А вот комбайном старым сыт не будешь, пора менять. Сельхозпредприятие региона подводит итоги завершившегося потока работ по кормообработке. В селе Стогинском Гаврилов-Ямского района значительно нарастить мощности помогла новая техника. Комбайн, конечно, мы взяли по лизингу, это рассрочка на 5 лет, потому что такую дорогостоящую технику таким маленьким хозяйством, как наше, купить сразу нереально за полную стоимость. И мы нисколько не раскаялись, потому что эта техника очень надежная, высокопроизводительная. Мы одним комбайном заготавливаем 3000 тонн зеленой массы. Сейчас примерно половина действующей в регионе техники преодолела отметку эксплуатации в 10 лет. В дефиците тракторы, зерна и кормоуборочные комбайны. Предприятия, имеющие статус сельхозтоваропроизводителей, а таких в регионе почти полтысячи, смогут рассчитывать на весомую поддержку в приобретении. По общему объему техники, которая касается всех предприятий, в этом году предусмотрено 56 миллионов рублей. Где возможно получить компенсацию 20% сельхозтоваропроизводителям на компенсацию приобретения сельскохозяйственной техники.